Вода на Марсе, биомеханические протезы, рентген и многое другое – это лишь малая часть научных открытий, которые перевернули мир. Ежегодно в начале февраля ученые нашей страны отмечают свой профессиональный праздник – День российской науки. Открыть дверь без ключа давно уже не искусный трюк, а результат биометрических технологий. Новаторство лишь в том, что умный сканер распознал человека не по сетчатке глаза и даже не по отпечатку его пальца, а по рисунку вен на его ладони. Менее одной секунды срабатывание и распознавание происходит. Плюс возможность поворота ладони до 90 градусов. Также, если у вас есть какие-то дефекты, повреждения на ладони, будь то крупные там ожоги, царапины, мозоли, то есть пластырь, вполне алгоритм справится с возможностью распознавания. Кроме того, что рисунок кровеносных сосудов не зависит от состояния кожи, он еще и уникален для каждого человека. Формируется узор при рождении и не меняется в течение всей жизни. А потому сканер распознавания по венам уже успешно показал себя в деле на разных предприятиях. Вещество, которое связывается с вирусом непосредственно, и проводим измерения, которые принимаем за нулевую точку отсчета. Еще одна разработка уральских ученых – платформа для экспресс-диагностики вирусных и бактериальных заболеваний. По словам экспертов, с ее помощью можно в течение 5 минут определить, болен человек или нет. Для этого достаточно сделать мазок в носоглотке, поместить его в раствор и капнуть на датчик, который и покажет результат. Вот у нас есть оранжевая линия – это контрольное измерение, и зеленая линия – это образец уже проанализированного человека. Они примерно равны, то есть человек здоров. Пока эта тест-система существует лишь в стенах лаборатории, но она уже прошла испытания и в ближайший год выйдет в свет. Момент вообще большого всплеска заболеваний, чтобы не идти ко врачу, где, собственно говоря, инфекционная нагрузка очень огромная в поликлиниках, человек может сам в бытовых условиях сделать и не ходить даже ни в какие центры специализированные. И это лишь малая часть тех идей и открытий, над которыми трудятся уральские ученые. Посвятив себя науке, они создают то, чего раньше не было, и совершенствуют то, чем ежедневно пользуются миллионы людей, делая их жизнь лучше. Виталий Мотин, новости, Первоуральск.